Несмотря на результаты, несмотря на многие факторы, трибуны Falcon Club Сандры, который сегодня в этом матче не играет, алиуп от Минска. Вадим Ступеда замыкает передачу от Микульского. Дальняя попытка в ответ от Минска. Последняя атака Минска. В этой четверти Мотовилов Новаковича сажает на паркет. Скидка на Микульского и оканчивает первую четверть. Давайте посмотрим еще раз на попадание. Фол был внизу, фол был, по сути, без мяча, поэтому ничего криминального не произошло. А вот здесь еще раз игрока нижнего присаживают на паркет. Получить быструю атаку у себя на плечах при отступлении. Иванчинин с дальней дистанции, точе. Классного разыгрыша. Нужно же видеть коридоры передачи, нужно же их просчитывать. Мотовилов. Забрать преимущество в счете обратно в свои руки. Мотовилов. И это могло было бы быть сверху, но Чебашек считает, что не суть важно. Главное было убежать. Отличный процент, отличная серийность, я бы так сказал. И 15 очков у 44-го номера Нижнего Новгорода. Против своего бывшего товарища по команде, против Близнюка, теперь против Ганькевича. Идет внутрь, на Дуду скидка, а Латка с дальней дистанции через руку. Героические 30 секунд. Никульский. Чадовым остался один на один. Издали будет атаковать Каско. Точе. И предполагать, а там абсолютно другие эмоции царят на паркете Falcon Club Arena.